Раз, два, три, четыре. Яночка, а что мы сегодня будем делать? Ну вот, собственно, ты уже и начала выполнять одно из вот сегодняшних вот упражнений. Практически. Вот так, ножкой только с небольшими нюансами. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Правую ногу на носок. Мы будем вращать голеностоп сначала наружу 5 раз, затем здесь же внизу вовнутрь 4, 3, 2. И постепенно добавлять амплитуду. Сгибаем ногу в колени. Вниз, вращаем. Нет, колено пока на месте зафиксировано. Два. Это уже сложно. Баланс. 5, 4. Левая опорная, живот втянут. Стоп. Не уходя в левую, либо в правую сторону. Вверх. Вытянулись, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. И вовнутрь. 5, 4, 3, 2, 1. Почти. И левая нога. Поехали. Наружу вращаем. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. И вовнутрь. Прям так грациозно. Девочка, девочка. Ты знаешь, вот левая нога, кстати, 2, сложно почему-то делать. 1. Правая легче была. Ну, у каждого какая-то сторона более... Недоразвита, да. У меня левая. Нет, я хотела сказать, более развита. Так, а 5, 4, 3, 2, 1. Руки через стороны. Макушкой вытянулись наверх. Нашли одну точку. И поехали. Наружу вращаем. 3, 2, 1. И вовнутрь. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Расслабили ножки. С точкой сработала. Смотрела и не упала. Следующее упражнение у нас приседание с двумя шагами в сторону. Исходное положение, стопы вместе. Сохраняя технику приседаний, руки перед собой, таз уводим назад. Колени, носки на одной линии. Вдох. Таз опускается до параллели с полом. Выдох. Вернулись в исходное положение. Вдох. Выдох. И... в обратную сторону, в левую. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вес тела по центру. Выдох, колено со стопой смотрят прямо. Носки на одной линии. Выдох. Взгляд прямо, подбородок не опускается вниз. Выдох, вдох, выдох. Таз назад, спина прямая и плечи ровно. Вдох, выдох, вес тела в центре. Справились? На отлично. Следующее упражнение. Следующее упражнение. Исходное положение, стопы вместе. Мы будем отводить бедро в сторону. Здесь самое главное, нужно представить, что теперь не руки, а бедра. Весит 60 килограмм. Сильное, тяжелое бедро. Яна, давай. Руки перед собой, втянули живот, опорную ногу согнули, вдох, на выдохе вправо, пяточка вверх, стопа, носок на себя, выдох, выдох, 4. А если точно в сторону, 3. Не такая большая, 2, как у тренера. 1, ничего страшного. Поменяли ногу левой, правую согнули и поехали. 8, 7, 6, 5. Чуть согнута в колени правая нога. Не буквально на нее присели. 4, 3, 2, 1. Есть еще один вариант. Если вы падаете и не можете держать баланс, и у вас рядом есть на кого опереться, делаем вот так. Ну что? Поехали. 8, 7, 6. Макушкой тянемся вверх. 4. А все равно сложно. 3. Я-то думала, будет легче. 2, 1. Тренер поможет тебе не упасть, но за тебя не сделает. Эх, другая нога? Да. 7, 6. Точно в сторону. 4, 3. Не прогибайся. 2,
5. Ух. Тренер, спасибо большое. Как всегда, было здорово, замечательно и зажигательно. С вами мы прощаемся. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.